тоже привет. Здорово. Папа, сколько там? 10 минут. Я опоздаю. И что можно так долго делать? А я уже опоздал. А можно я? Нет. Нет. А чего? Они все такие? Всем. И что с ними делать? Не жениться. Так, дети, пристегиваемся и начинаем обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Батя, мать забыли. Забыли. Ага, Витя. Слушай, ну эта старуха бешеная снизу. И пёс её ненормальный. Чуть не загрыз мой. Мы, говорит, опять ее заливаем, понимаешь? Не загрыз? Нет. И слава богу. А давайте слова поиграем. Кость. Кость, а ты пенал взял с собой? Кость. Кость. Чего ты к нему пристала? Взял, молодец. Не взял, а гребет. Вот именно. Ты расплелась, что ли? Мне давит. Не задавит. Эти косички нарушают мои права человека. Ева. До звонка осталось несколько минут. Сереж, ну все, 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 все. Да ты теперь ты у меня идеальный муж. С ума сошла. А ты во сколько сегодня будешь? Не знаю. А на ужин что будешь? Все равно, делай, что хочешь. Обиделся, да? Нет, я не обиделся, просто сильно опаздываю. Но она ведьма, понимаешь, с этим Баскервилем со своим. Давай участкового вызовем на нее. Опять? Я ее боюсь. Оль, давай в тишине поедем. Хорошо, хорошо. Да пожалуйста. А ты вообще любишь меня? Нет. Я тебя не люблю. Я тебя боготворю. Если что, салфетки в бардачке. А за что? За все. Thank you.
По-моему, я опять пропуск забыла. Откройте, пожалуйста, дверь. Я пропуск забыла. Не может этого быть. Ну, пожалуйста, откройте дверь. Фамилия? Ну, зачем это? Вы же меня знаете. Фамилия. Инициалы. О, спасибо. Спасибо. Сан Саныч, я несу подводки. Несу. Не трудись. Наталья уже отдала. Что, пробки, да? Да. А безработица растет. Норова! Сюжет про медведя где? Я даю. Что у нас, а? Дикий гусь остался на зиму в Кубинском парке. Ура. Держи. Всем привет. При камне состоится турнир по метанию коровьих лепешек. Ура. В Иваново отпраздновали медвежью свадьбу, жених и гости объелись медом, был чудный мордобой. Сфоткали? А как же? Конечно. В столичном зоопарке родилась пандочка. Пандочки, это отлично. Ну, где мои подводки? И тебе доброе утро. Понятно. Что, Брунгильда наш не в духе, да, что ли? Всегда. Три минуты, и я иду к Сан Санычу. Пандочек, между прочим, я вычитала. А что так грустно? Да вон, ученые нашли в океане кита с дефектом. Поет на частоте 52 Гц. А другие киты поют на частоте 12 Гц. То есть, понимаешь, он не может встретить других китов. Они его просто не слышат. Не встретить, полюбить, родить китят. Он ничего не может. Он самый одинокий кит в мире. Оля, я этот кит. Умоляю, это ж после эфира. Подводки! Оля. Наконец-то. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Медвежья свадьба в Иваново. Гусь, не пожелавший улетать в теплые края. Новый вид спортивных состязаний. Новорожденную панду назвали Мишей. Игривый характер, хороший аппетит и сон говорят о том, что детеныш находится в прекрасной форме и ждет скорой встречи с посетителями зоопарка. Ну что, опять? Стали известны самые популярные. Тебе хорошо говорить. У тебя все есть. Конечно, все есть. Не так уж у меня все замечательно. Да. Надо радоваться тому, что есть. Уметь понимать, что это нужно. Я стараюсь. Вот, это правильно. Как та лягушка взбивала лапками молоко. Пока масло не получилось. Чего у тебя там? Паноптикум какой-то. Ну, давай посмотрим. Скажи, что я проклятая, что ли? Ну, почему сразу проклятая? Ну, вот, смотри. Ну, подожди, я какой-то возраст поставила? До 30? Да. Может, до 40 поставить? Ну, какая разница? 10 лет больше, 10 лет меньше. Вполне себе приличные буы могут попасться. Давай, как там у тебя открывается? Сейчас, я. Вот. Ну-ка, вот этого увеличь. Смотри, какой хорошенький. Лысенький такой. Нет, нам он не подходит. Нет. Вот этот вот. Подожди, вот этот. А, так, живет с мамой. Не-не-не. А вот этот в очках черных? Сейчас. Вроде симпатичный. Какой-то мрачный тип, что ли. Дальше? Подожди. Увеличь-ка фотографию. Анкету. Одиночка. Прям как тот кит. Жены нет. Детей тоже. Слушай, он в онлайне. Может, напишу, а? Стой. Он нам не подходит. Оля, форс-мажор. Пандочки слетели. Оль, ты чего? Как чего? Пандочки слетели! И знаменательное событие произошло в городском зоопарке. Но об этом вы узнаете в нашем вечернем выпуске. До свидания, Норова.
Ну все. Так, началось. Вечерний звон. На позиции! Ну-ка, громче, громче! Ого, тяжелая артиллерия пошла. Да оставьте вы ее в покое. Меня вообще слышит кто-нибудь? Да успокойтесь вы все! Голова просто болит. Сереж. Чего? Как там у тебя дела на работе? Ольга, ты котлеты пересолила. Костя. Кость. М? У тебя в школе как дела? Че там контрольная как твоя? Да нормально, не парься. Вообще как? Че интересного? А что там может быть интересного? Сережа. А? Нам надо поговорить. Опять безумные идеи? Сколько надо? Какие люди? Нет никаких людей. Есть только сумасшедшая старуха с галлюцинациями и адский пес. Ну-ка, Сёма, давай, сожри ее. Пас. Вы что, с ума сошли, что ли, совсем? Хотя ладно, пусть живет. Давай, Сёма, сожри меня. Пусть все это уже наконец закончится, а? А? Разжалобить меня хочешь? Не выйдет. Не верю. Давай, давай, живи, Сёма! Живи меня! Идем, идем, Сёма. Не будем связываться. Ну-ка, пойдем. Давай, 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 давай. Давай, Сёма, вперед. Вперед. Ой. Не вздумай разуваться. Итак, с пустым ведром. Ничего хорошего. Давай. Проходи, проходи. А это что, вы, что ли? Я вас видела. Я люблю кино. Старое. Да, Сёма, ты прав. На стойку будешь? Спасибо. Я домой пойду. А тебя там ждут? Галлюцинации, да? Простите. Я не знала, что правда такая слышимость. Да. Не скучно. Пей. А что это? Не боишься? Лучше тебе.
не знать. Что это за гадость? Гадость? Это муж, изменник и подлец. Это дети почти чужие. Это когда домой идти не хочется. И когда жить почти невозможно. Вот что такое гадость. Откуда вы знаете? Я в театре 100 раз это играла. И потом я же каждый день слушаю ваш радиотеатр. Какая банальщина. А я играю это впервые. Так сыграй эту роль блестяще. Без мелодрам, без сцен. Но пусть это будет великая роль. Я не смогу. Каждый может, но не каждый хочет, потому что для этого нужны силы. Не поняла. Ну, посмотри в зеркало. Давай, давай, смотри. Что ты видишь? Дуру. Старую. Ну-ну-ну, старую дуру. Это я не про вас. Я знаю, что не про меня. А я вижу роковую женщину, роскошную красавицу, женщину-вамп. Ну, видишь? Нет. А я вижу. Кость, а уроки ты сделала? Чё? Да, сейчас. Я уже все сделала и сложила портфель. Вот ты молодец какая. Умничка ты у меня. Иди, я тебя обниму. Мама, ты что, не видишь? У нас похороны. Какие похороны? Лаура умерла. Ее предали, и она скончалась. Ужас какой. Да, печально. Но ничего, она скоро воскреснет и отомстит всем. Иди, иди. Я умоюсь и лягу сама. Они на меня не реагируют вообще. Ну, сама виновата. Не надо было перед ними с бубном танцевать. То есть ты сейчас обвиняешь меня? В смысле, в чем? Да нет, просто, ну… Я не подчиненная твоя. Я человек. И я говорю с тобой. Понимаешь, да? Угу. Человек говорит с человеком. Хорошо, человек, говори. Давай, я весь во внимании. Хочешь, я лишу их карманных денег? Оль, сколько тебе надо? Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я очень долго спала. И только сейчас проснулась. Хорошо, добро пожаловать в реальность. Спящая красавица. Ты что-то еще хотел? Нет. Извините. Еще женщину в своей жизни.
Ты представляешь, неделю такие песни пел, а сам женат. Ты верстку сверстала? Ты чего, Оль? Привет, милая, ты мне очень нравишься. Напиши телефон, и я к тебе приеду. Здравствуйте, мне 35 лет, привлекателен. Можем ли мы с вами встречаться без обязательств? Контакты готов сбросить на e-mail. Как жизнь, молодая? Как насчет дружбы и тепла? Привет, как дела? I love you! Вышлешь мне свое фото без одежды? Да я нормальный. Смотрю, ты плохая девочка. А я плохой мальчик. Привет, Эмма. Ты необычная, ты волнующая, ты привлекательная. Если тебе скучно и хочется поговорить, выпить чашечку виртуального кофе, может быть, реального, то напиши. Сволочь. Гад. Что такое? Волк. Сожрал смотрителя, который его вскормил. Добавить верстку? Не надо. Я сама. Здрасте. Не помешаю? Приятного аппетита. Спасибо. Витя, да? Мне нужна твоя помощь. А, с компьютером что-то? Программа слетела? Вот именно, что слетела. Срочно? Мне нужен хакер. А я здесь при чем? Нет, если ты думаешь, что в прошлом году на День Святого Валентина это был я, Митя, то... пожалуйста, мне нужно взломать страничку на сайте знакомств, чтобы хозяин ничего не заметил. Ты его любишь? Хорошо. А я опять подожду. Не надо ждать. Посмотри вокруг. Сколько свободных женщин. Таких, как ты, больше нет. Не надо, ведь я замужем. Я как тот кит. Какой? Одинокий кит. Не читала, он передает сигналы на частоте 52 Гц. А другие киты общаются на частоте от 12 до 20 Гц. Они его просто-напросто не слышат. Поэтому он никого не может встретить. Так и плавает. Один. А теперь сюжет. Ну, самое предприимчивое создание на Земле. Он принимает любые цвета в зависимости от обстоятельств. Наметив жертву, он подкрадывается и хлоп, выстреливает языком с присоской на конце. И будьте уверены, он не промахнется. Варя, а ты в эфире? А? Иди ты, Леня, что у нас дальше? Морские котики, моя богиня. Странное поведение морских котиков привлекло внимание жителей побережья. Серега, вот скажи мне, для чего женщине на спине татуировка? Для чего? Для мужчины. Но она же все равно ее не видит. Но если это так, могу я выбирать тему? Ну? Подожди, подожди, ну мне же на нее смотреть. Могу. Она дуется, вот где логика? Я не понимаю, где? И это ушла. Пожалуйста. Ушла? Сбежала. Да и бог с ней. Надоело. Хочешь позвонить? Ой, Серега, раньше в жизни хоть что-то радовало, а теперь скука. Ну зачем? Ну что в жизни есть настоящего? Алкоголь, еда, женщины. Тренажерка, правда, святой. Ну, семья, дети. Слушай, может завести себе такую, как твоя Ольга, а? Не советую.
Первые два года хорошо, а потом отключаться не научишься, и все, хана. Печалька, как они говорят. Это как девушке машину подарить. Смотришь в ее глаза, восторг, и ты бог. Второй, третий раз, а потом... Я сейчас. Дорогой одиночка, у вас привлекательное, умное лицо. И 3000 посетительниц за последний месяц. Я верю в то, что настоящая любовь существует. Не дура. Такая, чтобы просто молчать, взявшись за руки. Или проговорить всю ночь до утра. Я люблю пионы и кошек. Если ты тот самый, напиши мне. Одиночка? После 7 совершенно свободна. Могу гулять, общаться, ходить в театр. Приветик. А какая у тебя машина? Одиночка. А кем ты работаешь? Спеши, спеши. Мне скучно. Сходим в кино. Мне 35 лет. Я очень привлекательна и люблю свободу. Не боишься узнать себя с другой стороны? Напиши. Эй, кто это здесь? Девушка, а что это вы здесь делаете? Работаю. Это вы. Запишитесь. Хорошо. Это я? Я. Сережа, меня зовут Оля. Я твоя жена. Надеюсь, это не помешает встрече. Милый друг. Разрешите мне называть вас так. Женщина обычно лишена права называть мужчину другом. Но мы с вами здесь только ники. Поэтому равны. И чтобы не разрушать это равенство, возможно, нам лучше никогда не встречаться. Итак, милый друг, о чем вам хочется поговорить этим дождливым вечером? Спасибо за доверие. В такой вечер не хочется разговаривать. Не в смысле с вами, в смысле хочется только курить и смотреть на дождь. А что еще надо? Все тлен, если вы меня понимаете. А вы знаете, что нужно вам? Мне мало надо. Все как у поэта. Краюху хлеба и кружку молока. Да это небо, да эти облака. А вам? Мне... Смысл, цель, а может быть, любовь. Вот такая, без пафоса, настоящая. А разве бывает не настоящая? А вы представьте себе двух белок. Они прыгают по дереву, радуются жизни, а потом решают сдуру пожениться. И тут же вместо дерева, бац, колесо. В уютной такой клетке со всеми удобствами. И они должны с утра до вечера крутить и снова крутить это колесо, и обязательно вдвоем. А то ведь кому-то из двух будет обидно. И все только вместе. И ты уже не помнишь, как скакал по дереву. Только клетка перед глазами. И любовь чахнет. А потом умирает. Бедненький. Так вы женаты? Был женат. Что же все-таки произошло? Хотя нет, я попробую сама. Сначала все было неплохо. А потом появились дети. Они орали, требовали внимания, мешали спать. И вас как будто бы не стало.
Жена превратилась в органайзер, пылесос, кухонный комбайн и микроволновую печь в одном лице. Кто же захочет спать с роботом? И вот в один прекрасный день дети вырастают. Вы едете в одной машине и вдруг обнаруживаете, что вам не о чем разговаривать. Совсем. Ни одной самой крохотной мысли, которой хочется поделиться. Я вижу, ты тоже была замужем. Ничего, что на ты? Нет, не была. И никогда не буду. Слишком много я наблюдала несчастных погибших на пути к вершине. Так что я самодостаточный альпинист. Точно. Погибшие альпинисты. Все правда. Это по-честному. Редко встретишь женщину без ужимок. Спасибо за это. Могу я написать вам? Тебе завтра. Я обидел тебя, Эмма? Как ты? Поехали. Всем доброе утро. А что это за забастовка? Где? У нас дома. А. Кухарка уволилась. И прачка. И посудомойка. И вообще, с этого дня все гаджеты и телефоны мы убираем с кухни. Мама. Это раз. Второе. Костя, Ева, вот эту всю посуду мойте сами. Папа, ты готовишь завтрак? Если все эти три условия будут соблюдены, с меня будет обед и ужин. Всем ясно? Это все. А, нет, не все. Мы больше не носимся по дому, как угорелые. Не стучим по батарее в ответ. Не врубаем звук телевизора на полную катушку. Под нами тоже живут люди. И мы им мешаем. Это понятно? И в связи с чем такой мораторий? Да просто так. Как в мультике. Какие планы на вечер, семья? Я не голоден. И я тоже. Ну что, довольна? Очень. А, Костя, Ева. Уборка территории тоже на вас. Сереж, посуду помоешь? Ладно. Так, все, что я найду через час на полу, беспощадно будет выброшено в помойку. Это понятно? Понятно, мам, понятно. Мам, может, успокоительного? А ты не волнуйся. Мам! Что это с ней? Это ты ее достал. Теперь сам бери и убирай. Ты у нас девочка. Вот давай убирай. Это что, дискриминация? Да я на тебя в суд подам! Ну-ну. Сама же потом хуже будет. Похоже, это не из-за нас. Ну что, экипаж к подъезду подавать? Не надо, я прогуляюсь. Это был длинный режим. Часа на два. Дождешься. Так вот, там не в восторге от всех ваших бантиков. Все эти пандочки, жирафчики, мышки, они имеют право на существование. Но на канале «Природа»
Природочка! Природушка! А наш канал называется... Как называется наш канал? Дикая природа. Дикая природа, правильно! Но ведь это же просто бантики. Последние милые сюжетики для настроения. Они всем нравятся. Боже мой, боже мой! Вы рейтинги видели? Видели рейтинги? С сегодняшнего дня никаких черепашек, никаких бабочек. Нас интересует дикий животный мир без всяких прикрас. Смертоносное совокупление орангутангов, бобры-убийцы, лисья правда, жизнь по законам волчьей стаи. Вот что мне нужно. Вот это топы. Топы, которые дают рейтинги. И, конечно, спецрепортаж. Ну вот, вот наша звезда. Я пришел на львиный рык. Присаживайся. Так вот, кто не знает, что такое спецрепортаж, Олег готов вас натаскать. Ну, ты же знаешь, Стюэ здесь не поможет. Но я готов, да. Норова! Норова. А у нас же подводки слишком общие, да, Варвара? Может, отдадим их Варваре, пусть она сама их пишет, ей же так удобнее будет потом самой ей говорить с чувством, с толком, с расстановкой. Варя? Не проблема. Я и так их почти полностью переписываю. Угу. Договорились. Ну все, давайте, идите. Идите, думайте. Думайте. Я жду от вас идей. Все, идите, идите, идите. Извините, Олег, спецрепортаж из террариума готов уже? Мне просто в дневной выпуск его ставить. Это вы мне? Норова, идите, идите, идите. А вообще-то, меня Ольга зовут. Цигель, Цигель. Мы делаем это не для кого-то. Мы делаем это для себя. Ой, мама. Вперед. Хорошо взял. Нормально. Все. Ну что? Для начала достаточно. Ну а теперь упражнение на следующую группу мышц. Девушки, на тренажер. Поехали, на тренажер. За девушек отдельное спасибо. Ну как, у тебя открылось второе дыхание? Угу. Не разговаривать. Садись какой, а? Ой, герой. Так. Девушки, последний рывок. Как тут не влюбиться? Ладно, на первый раз хватит. Ну, как ощущения? Ще, как девочка. У меня ноги до сих пор сами идут. Значит... Судя, шнурок, кстати, развязался. Значит что, 2 часа после тренировки не есть? Хорошо. Ой. Сейчас же 8. Так что сегодня уже совсем... Ой, хорошо. Что такое? Ой, мамочка. Давайте, ребята, она... бегайте, ой, бегайте. Она не разгибается. Ай-яй-яй. Оля. Что случилось? Не могу разогнуться, не трогай меня. Сделай что-нибудь. На руки, на шею положи. Ты что, ты меня хватаешь, чтобы поставить на место? Держись за шею. Ой, мама. Мне больно. Все. Через час должно попустить. Вообще-то спортом надо заниматься регулярно. Вот. Ой. Вот. И на массаж походить. А, Оль, ты жива? О. Слушай, ну мне домой надо. А выезжать? Я доставлю, я виноват. Оль, точно? Ну, я пошла. Ой. Знаешь, какая проблема начинающая? Это, ну, неравномерное распределение нагрузки. Серьезно, от этого вот мышечный дисбаланс. Ай. Чувствуешь?
Надо ведь не только живот и бедра. Надо еще и спину, и руки, и грудь. Вообще, вот знаешь, это, например, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, да? Ну это ж просто. Ну дал ты нагрузку на бицепс, ну дай такую же и на трицепс. Ну это ж просто. Ты вообще чем-нибудь, кроме спорта, еще увлекаешься? Конечно. Ну чем? Да ну ерунда. Ну что? Ну что, ты крючком, что ли, вяжешь? Ты вяжешь крючком? Да, вяжу. Чего, ну? У всех есть хобби. Меня бабушка воспитывала. Да ладно, не смейся. Прости. Ну, правда. Ну, ладно. Давай, давай. Ты это... Заходи давай. Ну, давай, давай, вперед. Вперед. Это и... Ну-ка, пошел. Машенька, занимайся. Занимайся. Гулять, ты славный. Я слушал удивлен. Здрасте. Здрасте. Ты что решила спортом вдруг заняться, а? Мне просто нужно влюбиться. Да ладно. Серьезно? В себя. Мне это сейчас жизненно необходимо. Спасибо. Привет. Папа дома? Наверху. Скажи ему, что я в гостиной останусь. Мне надо поработать. Окей. Мам, может, тебе постели принести? Не надо. Спасибо. Я сама. Извините за мою назойливость. Просто хотел поболтать. Хорошего вечера. Ну что, ты больше не злишься? А я злилась. Ну, вообще, ты с утра всех построила. О чем ты меня просила, я на тебя рявкнул. Прости меня. Сейчас можешь говорить? А ты думаешь, пора, да? Но если только про отпуск, правда, Оль, я пока не могу. Сереж, я слышу про этот Париж уже 15 лет. Это даже не смешно, я перестала уже ждать, понимаешь? Давай просто поговорим. Ни о детях, ни о проблемах. Ну просто мы можем поболтать, как раньше, ни о чем. О чем? Да о чем угодно. Или ты опять очень занят? Да, я работаю. Ну тогда иди к чертовой матери! Иди ты сама к чертовой матери. Вот скажи, как с тобой разговаривать можно, а? Сережа! А когда мы вообще с тобой последний раз разговаривали? Я, к сожалению, не помню. А поцелуй меня. Знаете, я вам скажу, почему не отвечала, если вы так настаиваете. Потому что вы мне соврали. Я чувствую женатых мужчин. Совершенно точно могу сказать, что вы женаты. Может быть, даже и дети есть. Так что же вы здесь ищете? Зачем вам эти беседы по душам? А знаете, вы правы. Я женат. И дети у меня есть. Что я ищу?
Хороший вопрос. Может, я ищу женщину, которую любил. А потом она вдруг стала чужим, вечно недовольным человеком. Я любил ту, которая смеялась над моими шутками, как сумасшедшая. А если сердилась на что-нибудь, не дулась по углам, а прижималась так крепко, что обида улетучивалась. А что здесь ищете вы? Что я ищу? Я ищу мужчину, которого потеряла. Он умел понять, какое у меня настроение по моим плечам. Я не понимаю, как ему это удавалось. Он мог взять меня за руку, и я тут же обо всем забывала. С ним я была лучше, красивее, даже как будто выше. Он мечтал о том, как мы объедем весь мир, о наших будущих детях, о том, что мы сможем им дать вместе. Но однажды он ушел, а мечты так и остались мечтами. Поэтому я здесь. Выходит, мы с вами оба одиночки. Это точно. С вами хорошо. Ничего, если мы продолжим, несмотря ни на что. Ты же не куришь. Теперь курю. Три года. Что три года? Ты меня спрашивала, когда мы с тобой перестали разговаривать? Три года назад. Странно. Я только недавно. Значит, я разговаривала сама с собой. Тишина! Да я тоже умею орать! И с этого дня мы любим не только наших милых зверюшек, но и любим, уважаем друг друга! Вот. А кто будет орать, тот будет оштрафован. Не можете на меня жаловаться. Кофе. К чему эти условности? Что бы ты стал делать дальше? Сначала я сорвал бы с тебя вуаль. Не спеши. А вдруг я страшная, как смертный грех? Или старуха? А если я... Если я, не дай бог, твоя жена? Мимо. А ты не можешь быть страшной. Я знаю, что ты прекрасна. Я тебя чувствую. Б. Ты не старуха. Я думаю, тебе лет 35, не 30. В. Ты совершенно точно не моя жена.
Всего, что меня в ней раздражает, в тебе нет. Поэтому я бесконечно долго буду целовать твое лицо. А потом возьму тебя на руки и отнесу, куда ты захочешь. Хочешь, мы поедем в Париж. Ты мой Париж, я хочу к тебе. Мой Париж! Париж!